Всем привет, с вами СтивПро, и сегодня я покажу мод на физику для Майнкрафта Pocket Edition. Этот мод валяет нам настоящую физику, наш Майнкрафт Pocket Edition. Но, к сожалению, вся эта физика будет только у зомби. И что ж, для этого, конечно, должны назвать обычного зомби, после чего убить совершенно любым мечом, или может быть даже луком. И после чего от зомби останется вот такой веселый труп, который будет появляться совершенно рандомно. Да, он может появиться вот таким, а может появиться совершенно другим. И из него будут исходить частицы крови. Но сейчас вам докажу, что разница между убиванием его луком и мечом ничем не отличается. То есть, если вы убьете зомби луком, то ничего не произойдет. Вот так же появится трупик, появится кровь, но ничего не произойдет. То есть, не оторвется ни голова, ни туловище, ничего не оторвется. Но, как видите, позиция совершенно рандомная. То есть, мод валяет Рэнкл из каташки, да. Что-то типа того. Давайте попытаемся убить зомби наверху этого храма и увидеть, что и вправду появится рандомный Рэнгл, да, как бы так. Ну вот, просто очень классный мод. И сейчас вам докажу, что на других мобов, к сожалению, этот мод не работает. Да, к сожалению, это так. Но надеюсь, что автор этого мода в скором времени добавит физику и другим модам. Ну что ж, так, маленький зомби. Но, к сожалению, с маленьким зомби есть маленький баг. То есть, если вы убиваете маленького зомби, появляется труп большого зомби. Как это ни странно звучит, но все же это именно так. Да, это так. Но даже фишка в том, что если зомби упадет куда-нибудь сам, то есть умрет, то его тело все равно появится. Это очень классная фишка, и этот мод мне очень нравится. Кстати, довольно редкий дроп. Чтобы железо дропалось с зомби, это просто очень редко. И сейчас вам докажу, что если зомби упадет, то... Так, неудачный пример. Но сейчас вам все покажу, друзья, так. Так, и все, смотрите, сейчас он сам умрет. Как видите, после его смерти появился вот такой рандомный тубик, из которого выходит частица крови. Зомби, ты что, курился, что ли? Давайте еще маленько посмотрим, и, наверное, на этом будем заканчивать. Да, ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.